христианской церкви Маранафа в городе Самара прошло праздничное рождественское богослужение. Светлое святое Рождество. Именно так христиане любят называть день рождения Спасителя. Рождение Иисуса принесло в этот мир настоящий свет и жизнь. Не только для церкви, но и для тех, короче, кто верит в Него и двигается за Ним. Рожденный в этот мир от Бога Сын Божий приносит свободу, приносит радость, приносит победу и смысл жизни. Праздник начался с чтения детьми стихотворения о рождении Иисуса Христа. Группа прославления подготовила несколько новых композиций. Верующие радовались и ликовали. Мой Бог, крепость моя, мой Бог, за тобой пойду я, мой Бог. Пастор Чемерев Владимир зачитал поздравления с Рождеством от губернатора Самарской области Меркушкина Николая. В этот праздник пастор проповедовал о важности нести добро и оставаться добрым. Как Иисус говорит, не желай другому того, что не желаешь себе. Делаешь ли ты так? Творческая часть богослужения началась с выступления хора «Откровение», который порадовал зрителей новыми песнями. Театр «Аллегория» приготовил для гостей спектакль с названием «Человек по имени Иисус» с яркими зажигательными танцами. Рождество – это всегда радостное переживание для христианина. Глубокое осознание миссии Сына Божьего на земле делает Рождество для верующих людей личным праздником. Для меня Рождество – это очень важное такое событие в моей жизни. Это событие, я считаю, изменило всю мою жизнь. Это рождение моего Спасителя Иисуса Христа. Пресс-центр Церкви Маранафа, город Самара, специально для телеканала «Благих новостей».